Все в порядке? Кошмар приснился. О чем? Долго рассказывать. Заря еще не скоро. Время есть. Все началось в комнате для гостей в Каэр-Морхене. Я грелся в бадье, а рядом была... Трис? Йеннифер. Забавно, да? Ее там и не было никогда. Но во сне все было такое настоящее. И она чем-то парила тебе мозги? Тогда все точно как наяву. Мы найдем ее. Потом я пошел за Цири, мы вместе тренировались. Вот были времена, маленькая разбойница. Я тренировал детишек, которые были быстрее, сильнее, но ни у кого не было ее характера. Закончилось все не слишком хорошо, я про сон. Не слишком. Появилась дикая охота. Они бросились на Цири, а я не мог двинуться, стоял как столб. Это только сон. В том-то и дело, что не только. Каждый раз, когда Цири мне снилось, что-то было не так. Что-то ей угрожало. Мы научили ее защищаться. И от призраков тоже. Сейчас рассветет, пора ехать. Постой. Покажи-ка мне письмо от Йеннифер. Может, ты упустил что-нибудь? Ничего я не упустил. Мы должны были встретиться в Вербицах. Только их спалили дотла. Остается идти по ее следам, так что... Помолчи немного и дай мне письмо. Пахнет сиренью и крыжовником. Ты собирался его читать, а не нюхать. Нам надо встретиться как можно скорее. Вербицы увы зимы. Там нам больше делать нечего. Тут еще по скриптам. Единорог по-прежнему у меня. Это она о чем? Чучело единорога. Мы использовали его пару раз. Ну, в определенных ситуациях. Чего молодежь только не выдумает. Вернемся к делу. Как думаешь, сильно мы от Йеннифер отстаем? На 2-3 дня. След свежий. Только вот ведет он на большак, а там его наверняка уже затоптали. Постой. Слышишь? Слышу и чувствую. Гули. Черт! Ходит за ним по пятам и будет полупоеды. Идем, пока новые не набежали. Я рассказывал, встретил я как-то чародея, который утверждал, что это, мол, исключительно полезные существа. Потому что из их крови можно варить эликсиры? Нет. Потому что они, поедая гниющие тела, предотвращают эпидемии. А,
А он знал, что живых они тоже едят. Нет, и очень из-за этого огорчится. Это разрушило всю его теорию. Плохо для наших война повернулась. Кто тут наши? Королевство Севера. Теперь скорее королевство Родовида. Ни Тимерия, ни Каэдвена больше нет. Родовид говорит, что как только выиграет войну, вернет войска на старые границы. А ты веришь? Надо во что-то верить, а то жить не хочется. Придержи. Пошла. Эй! Идем. На помощь! Помогите! Улетел? Да, вылезай. О, боги! Я ж едва не кончил так же, как моя кобылка. Это если бы повезло. Твоя кобыла умерла сразу, а грифоны любят помучить. Едят живьем по кусочку. Вы... вам надо думать, вознаграждение полагается. Ты нам ничего не должен. Ты попал в беду, мы тебе помогли. А говорят, что у ведьмаков сердца нету. Мол, они бесплатные и пальцем не шевельнут. А еще говорят, будто мыши из гнилой соломы родятся. Как там след? Как я и говорил. Доходит до большака и обрывается. Затоптан. А вы ищете кого? Да, одну женщину. Невысокая, длинные черные волосы. Видел такую? Нет. Ну вот что. Тут, в Белом саду, есть корчма, единственная в округе. Проезжие часто там останавливаются. Так, может, чего и узнаете? И вот еще что. Хозяйкой там моя двоюродная сестра. Скажите, что Брам вас послал, так она вас примет как родных. Неплохая идея. Тем более тебе рану нужно очистить. Да что там, он меня едва царапнул, но... ржаной водки я бы выпил. Такой, знаешь, холодный. Прямо из погребка. Так едем.